Водитель большегруза не справился с управлением. Фура улетела в кювет и в результате загорелась. Все произошло на МИАСском тракте. Это видео сняли очевидцы. По их словам, кабина большегруза в смятку. Вообще непонятно. Я вот не пойму, где колеса, где что. Как выяснилось, водитель не смог справиться с управлением и улетел в кювет. А потом машина загорелась. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Шофер фуры получил травмы и был доставлен в больницу Златоуста.